Всем привет, дорогие зрители! Приехал я сегодня к маяку, который находится в центре Алания. Хочу рассказать о том, о сём, о документах, о всяких правилах жизни в Турции, а именно в городе Алания. И сам захотел отдохнуть, прогуляться. Давно я здесь не был, времени так как нету. День добрый. Не желаете снять интервью для нашего канала про жизнь онлайн? Сняться в интервью. А что у вас за канал? Ну, о всем, о том, о сём и недвижимость в Турции. А вы здесь живете? Ну, живу я. А я тут тоже живу, поэтому как бы я не совсем турист. Ну, тем более еще лучше. Минусы жизни в Алании или в Турции. У нас только немного времени, если это займет. Ну, займет минуту. Так, сейчас я мою сфотографию. Ага, хорошо, я пока здесь сниму. Так. У меня съемка идет уже. Ага. Так. Да, как вас зовут? Представьтесь. Анна, очень приятно. Меня зовут Агаси. Там уже улыбается. Сколько лет вы здесь живете? Когда вы приехали? Больше 2 лет. Больше 2 лет. Очень приятно. Дочка, ресницы. Как тебя зовут? Настя. Настя, очень приятно. Всем привет, скажи там. Всем зрителям. Ну что, загадала желание? Ракушку бросила? Она мечтает жить в Турции. Ей здесь очень нравится. Ну, всем тут нравится. Это как филиал рая на земле, свои нет? Минусы. Скажите свои минусы. Со своим минусом. Ну, что вам понравилось тут в Алании? Что вы здесь уже здесь живете 2 года? Ну, в первую очередь мы сюда переехали из-за климата. Здесь очень большой, ну, так сказать, сезон. Здесь мы купили свой скутер, сдали на права. Здесь можно кататься круглый год. Супер. На скутере. Это, да, очень круто. Права переоформили, да, как бы? Нет, российские мы не достались, потому что сообщение между Турцией и Россией по вот замене автомобильных прав очень затруднено. 2-3 месяца длилось это из-за пандемии. Больше полугода, потому что было время пандемии. Да. Да, и не дождались. На 7-й месяц мы пошли сдавать на права. И уже сдали с нуля. Угу. Вот, получили права. И сейчас благополучно катаемся. Вот. Отлично. Один из минусов Турции. А1 права. А1, да, права именно? А1, категория, да. А1. Да. Год должен пройти, после этого мы можем только претендовать. Нет, А2. А1 и А2 дают они, а третий не дают. Да. У меня тоже А-полная. Есть. А-полная. Да, А-полная. Понятно. Оформление дорого обошлось? 1000 с чем-то лир было, я что-то, да, помню. Да, около 1200. Сейчас уже поднялась цена, потому что с каждым годом все поднимается. Да, весь, но проблем нет, там русскоязычные инструкторы, всех можно найти и обучение. Вот. Дорогие зрители, насчет прав я с вами не разговаривал. Как раз хорошо, что открыли эту тему. Я все рассказал, осталось только вот насчет прав. Как получить права в Турции. Ну, там диплом надо еще перевести, апостилировать. Русские должны быть на турецкий собой, язык. Да, их нужно перевести нотариально. Да, нотариально. Апостилировано все вот это надо сделать. Детали все можете найти в интернете об этом. Так, ну, скажем, минусы жизни. У меня очень мало минусов. Я так уже 4-й год живу. Турецкий у меня отличный. Английский, все нормально. Но все-таки есть минусы жизни. Вождение. И какие? На дорогах, это в первую очередь. О, да. Право, влево. Кто как водит. Сначала, когда я только приехала, я ругала турецких водителей за то, что они едут посередине. То есть между двумя полосами по линии. Я думала, боже мой, ну и либо вправо, либо влево. Сейчас я сама езжу только посередине, потому что... Сама нарушаешь же право. Слева постоянно кто-то выезжает со второстепенных дорог, это неправильно. Правильно. Минус то, что пешеходов не пропускают. Пешеходная дорожка... Я никогда не пропускаю, потому что если я пропускаю, меня кто-то обгоняет. Обгоняет, да. Вот это одна из проблем. Местных жильцов не могут как бы воспитать к тому, что нужно пропустить пешехода, который идет по пешеходной дороге. Причина, я узнавал у турков. Говорит, я еду со скоростью. Зачем я кого-то должен тормознуть, произойдет какая-то авария.
сзади кто-то не увидит, кто-то... Вот такая вот причина. Взаимное неуважение на дорогах происходит, потому что когда вот люди со второстепенных выезжают на главную со скоростью 5 км в час, очень много таких аварий происходит, когда человек, ну, даже на минимальной там 60 км в час едет. Даже когда темно, по вечерам это сложно, да. Я думаю, что тоже нормально правильно. Нет, ну то, что едет по тротуарам, по пешеходным. Ну, человек же может остановиться, посмотреть влево-вправо и пройтись, когда машины нету. Зачем именно... Машина едет и выходить на эту пешеходную дорогу тоже как-то логически не совпадает, нет? Ну, есть очень такие дороги с напряженным графиком. Вот там. Скажем, в Алане все по понятиям. Все по понятиям, да. Местный колорит. Местный колорит, да, безопасный. Но будьте очень, следите за безопасностью, будьте внимательны. Так, другие минусы, которые вы встретили у нас... солнечной Алании? Ну, нужно быть, наверное, всегда в безопасности, чтобы быть. Нужно быть настороже и всегда при себе иметь какие-то, на всякий случай, средства защиты, типа газового баллончика перцового или еще что-то, если один где-то гуляешь. Есть такое? Да, и у меня была неприятность одна. И это, я думаю, что очень редко, и впервые в 4. Очень редко, очень редко, но я как-то счастливая такая. Мужчина, да, короче? Да. Это понятно. Ну, мы горячие здесь, ребята, понятно. Но вы проходите красивая девушка, и все вот... Пристали, наверное, там что-то сказали, не то. Или же дубинку с собой. Лучше, да, электрошок. А так можно позвонить сразу 155, полиция сразу придет. Они боятся, турки здесь, жандарма, полиция, вот эти темы боятся. А вдруг не то скажете им, что в полиции он домогался, и все, этому человеку капут. Насчет безопасности... Кольцова, но я первый раз слышу от вас. На всякий случай. Ну, наверное, были пьяные ребята, нет? Было такое? А, да, было. Пьяно, вот это. Вот во всем виноват этот алкоголь. Минусы, нет, даже плюс скажу, что алкоголь здесь дорого продается. Короче, вы если переедете, бросайте пить, бросайте курить. Сигареты подороже. Ну, это полезно. Это государство плюс. Заботится о своем народе. Не пейте, не курите. Еще что дорого, дорого. Мясо тоже. Мясо тоже вроде... Зато все натуральное. Сейчас натуральное, уже да. В ценах... Вот когда сюда люди приезжают, некоторые говорят, вот в Казахстане лучше, где-то там на юге России вкуснее. А потом, когда здесь поживут, возвращаются, и ну, со временем все равно портятся и продукты, к сожалению. ГМО, так как там везде ГМО, где-то, да. Где-то, а здесь овощи, фрукты, это все натуральное, бананы на деревьях, апельсины. Я даже порой, знаете, что говорю, дорогие зрители, если вы будете, не дай бог, какой-то апокалипсис в мире, здесь люди с голоду не умрут. На дереве есть бананы, апельсины, в море есть рыба, лови и живи. Да, это вот тоже была такая причинка. А другие минусы какие-нибудь еще? Ну, по менталитету, разница в менталитете, конечно. Турки, ну, может быть, и в России так, но здесь... Понятие времени относительно. Сначала, когда мы переехали, у нас был другой ритм жизни, мы много успевали. А здесь мы, к сожалению, если что-то запланировали, то всего пару дел удается выполнить. Потому что, во-первых, они очень любят опаздывать. Ну, для них это как бы... А, пухтались, это уже мастера тем более. Скажешь, да. В три придут... Они либо в 8 утра придут, вдруг неожиданно, вдруг неожиданно, либо они придут вообще и скажут, ну, мы уже сказали, что придем, значит, придем, надо ждать. И представляете, ничего не можешь сказать мастеру, потому что если он уйдет, он, наверное, вообще больше не придет. Ну, они возвращаются, потому что что-то не так делают, возвращаются, переделывают, потом опять возвращаются, опять переделывают, и так по несколько раз. Это у меня успешные мастера, я нашел успешных. Посоветуйте телефончик. Да, там есть у меня мастер, который все умеет, не надо звонить ни бебельщику, ни тому, ни другому. Есть мебельные магазины, также в центре Алании, по пути торгового центра Аланиум, там Дотаж, кому интересно, может туда пройтись. И там несколько еще Монди Хом есть, Вивенса и тому подобное. Мебель многих интересует, здесь мебель в стенах же тоже подниматься. Да, да. Тема мебели открылась. Все поднимается, квартиры, мебель, машины. Недвижимость что-то летит. Вот, я когда вам объясняю, дорогие зрители, я снимаю ролик, я говорю, купите эту недвижимость, значит, я знаю, что ценовую политику на рынке. Если я советую, послушайте моего совета. Потом жалеют. Вот это тоже есть. Вовремя купили, но было у меня столько случаев.
Ну, главное купить. Если да. уже купил, сохранил деньги, потому что дальше как-то больше. Хороший бизнес, кстати, купить несколько недвижимостей и сдавать в аренду да, оттуда. Прекрасно. И жить на пассивке, кайфовать. Купить 3 квартиры, в одной жить, 2 сдавать, 5000 лир хватает, чтобы нормально жить. Но кто сдает квартиры в аренду, не назовут это жить на пассивке, это постоянные проблемы. Если самому заниматься, то да, если дать какое-то риэлторское агентство недвижимости, то они сами занимаются этим. Но тоже есть нервы, там, конечно, не... аренда это нервы конкретно, я тоже знаю, было случай. Другие минусы есть? Я минутку хотел у вас, уже, кажется, 3 минуты или 4 минуты. Это плохой интернет, вот что меня волнует, да. потому что очень много людей приезжают, кто к нам в гости, они достают качество интернета, когда заливаешь эту информацию, когда получаешь. А Фибимнет вроде нормальный, подключили? Нет, все равно там... Ну, по крайней мере, до нас не дошло. Мы живем в Махмутларе, там... В Махмутларе есть Фибимнет? Я подключал там, друзья тоже подключили. Были, потом поменяли. Там барахлит он тоже, тариф. А Турктелеком вроде тоже, нет? Нормально? Ну, нам не хватило того максимума, который заставили. Какой-то нет есть, на нет начинается какой-то. Фибимнет у нас? Нет, именно Неттюрк, что ли, есть еще одна компания, возможно. Которая маленькая компания. И Сарнет есть. Как и все, спутник ставят. Постепенно становимся ленивыми, и нас уже нашли что-то, и ладно. Да. Так как это курортный регион, релакс. Мы на полном отдыхе, на полном да. релаксе проживаем. Извини. Время же. Она расстроена, скоро уезжает, и у нас... Не хочешь, да, уехать? Чтобы... Ну, что тебе понравилось в Алании? Ты расскажешь. Мне очень понравилось в Алании. Угу. Потому что тут есть море, тут тепло. Это счастье для детей в основном. Вот это тоже одна из больших причин. Очень хорошая погода, и она может постоянно быть на улице. Да, мы живем в России, там... Холодно. Да, там и... холодно, вечером дожди идут. Ходишь по дороге, скользнул, упал. И... Понятно. Так. Тоже одна причина для переезда в Аланию – это счастье детей. Ну, конечно... Нацизма никакого нету тут, никто никого не тыкает. Есть такое? Были такие штучки? Кто-то... Площадки дети, конечно, делятся на турецкую компанию, русскую, но казахскую. Это площадь. Есть, потому что менталитет у каждой, культура у каждой разная. Но если... Ну, никто ни с кем не дерется. Да, мирно. Маленькие конфликты. Кто-то волосы потянул девушке, кто-то там... Да. Главное, ты счастлива, тебе все нравится. Молодец, умница. Так, все, не буду задерживать вас, и так много времени задержал, извиняюсь. Спасибо за интервью, было очень интересно. Анна, канал Paradise Alania на YouTube, можете просмотреть, увидеть себя на канале. Можете лайки ставить и написать себе комментарий. Всем пока.